Сегодня несколько слов по поводу удара по печени, просто основные принципы нанесения и как я советую видеть. Все знают, что удар по печени довольно-таки весомый, жесткий, поэтому несколько моментов хочу сказать, как я советовал бы его производить. Как вариант, мы делаем такую комбинацию, я левой рукой соперника вытягиваю на контратаку, получаю ответ правопрямой. Да, соответственно, правопрямой я обрабатываю, защищаюсь. Например, уклоном и сближаюсь с соперником. Здесь, смотрите, очень важно, чтобы вы чуть-чуть сблизились с соперником, подошли и перенесли вес на переднюю ногу. Раз, сблизился, соответственно, руками я прикрываюсь, делаю уклончик, подхожу немножечко под углом. Соперник в этот момент может успеть вернуть руку. Если соперник не успел вернуть руку, соответственно, я пробил, и здесь мышцы немножечко растягиваются, в этот момент значительно проще пробить печень. То есть я таким небольшим ударом, фактически как тычок иголкой, могу попасть и пробить печень, если у соперника рука вытянута и, соответственно, мышцы расслаблены, растянуты. Если этого не происходит, я пробил, возвращаюсь, соперник прижимает. Здесь я советую пробивать сдвоенный удар. Первым ударом я прижал немножко локоть, и вторым ударом более жестко пробиваю либо по широчайшей мышце, либо сюда за руку по печени. Еще разочек, возвращаем руку. Раз, оп, сюда, сейчас, пробиваем. И вот сюда. Соответственно, кулак у нас идет вот таким образом, ладонью на себя, и снизу стараемся туда, под ребро, кулачок и мышцу покрутить. Либо один удар, либо раз прижали, и вторым еще повыше пробиваем.